Аллах нашим молодежи дал силы. Лишь бы у нас Казахстана был мир, никогда испытания война не было. Каждый, чтобы дети, чтобы благодарны жили, благополучны были. Удачи вам от тебя. Салам алейкум. От лица организаторов, дорогие друзья, представляю всех. Официально объявляю мероприятие открыто специально для вас здесь. Дадим просто больше шуму нашему молодежи, нашему Казахстану. Вперед! Дорогие друзья, перед вами сейчас выступит ансамбль «Кадыр» в национальном танце нашем замечательном. Дадим шуму немного, друзья. Что-то то ли каши мало ели, то ли что, не знаю. Чувствую. Вроде бы погода хорошая. Дайте шуму, ребята! Вот как это другое дело, я понимаю. Мы же ради вас все стараемся. Газоват, люди, газоват. Давайте поддержим, друзья. Поддержим ансамбль «Кадыр». Спасибо им большое за столь шикарное выступление. Этот человек вместе с Анатолием Бондарем очень сегодня постарались, чтобы это мероприятие состоялось.
Мы знаем, как это тяжело, это организовать. Я как организатор вам могу сказать, это очень непросто. Спасибо всем, кто сегодня сюда пришел. Спасибо спонсорам, партнерам, всем, кто содействовал и помогал в этом мероприятии. Давайте поддержим, друзья, почетный друг. Сегодня это мероприятие для вас, друзья. Не скупимся на вас и поддержим ребят. Они очень старались. Все же очень ждали это мероприятие. Сегодня будет, ребят, настоящая жара. Yeah, we took the trip on the real creep tip. Yeah, rule number one is don't repeat that shit. Rule number two, if they got a pain to chew, they better know it's that we look like they came to do. Yadi 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 Thank you.
давайте на счет 3, 2, 1, старт! Осталась машина. Thank you.
все, ребята, тигры, тигры. Спасибо большое. Пошумим, ребят! Дайте жару, сегодня будет жара, по-любому, ребят. Начать вторую сетку. Давайте громче поддержим их. Пошумим! Вот заварушка будет, ребята. Я забываю вас отвечать. Дерби Казахстан в Инстаграме. Советский автопром. Это S-класс. У него очень жесткий металл. Мы выступали мои действия на первом этапе, долго выступали в партии, загуляли. Конечно, было тяжело торговать. Сейчас у них равные отношения, равные силы. Равный зацеп. Вот и посмотрим, кто действительно сильный пилот, кто хорошо подготовил данный автомобиль. Если вы сели, вы хотя бы там ладно, давайте скиньте. У нас очень интересный класс еще видели этот приезд. Ребята прям видно старались, видите, там Астана, Супермен, ну это уже приезжает. Легенда. Три! Три! Ну что, поехали, ребят! Вот вообще у вас, ребята, аккуратно, аккуратно, ребята, Смотрите, это мой.
24-ю волну. Игра, это ваша волна. Почему?